Это давеча продолжаем выпуск. Шестые в федеральном округе по урожаю зерна и в лидерах по надою молокам. В областном правительстве подвели итоги работы агропромышленного комплекса за 2015 год и обсудили планы на будущее. Здесь прошла расширенная коллегия с участием губернатора, главного федерального инспектора и представителей сельхозпредприятий со всей области. Самым успешным организациям и сотрудникам вручили почетные грамоты. Затем обсудили подготовку к весенне-летнему сезону. Губернатор Никита Белых напомнил, 2016-й – это год крестьянства и фермерских хозяйств. И он обещает быть вполне успешным, так как у нас продолжают реализацию основные программы по поддержке агропромышленного комплекса. Условиями получения финансирования по мероприятиям государственной программы с федерального бюджета являются две основные составляющие. Первое – софинансирование из регионального бюджета. Второе – выполнение целевых показателей и индикаторов, отражающих ежегодный рост производства. Если регион не выполняет показатели, на следующий год снижается бюджетирование в зависимости от уровня снижения невыполнения индекса. Так как у нас все индексы выполнены, то мы на курсовых совещаниях это обозначали, что у нас наш регион не подвержен снижению бюджетных средств на этот год.